People are not satisfied. Their sense gratification didn't fulfill them, and then they ask for liberation. И люди не удовлетворены, чувственные наслаждения их не наполняют, и тогда они просят об освобождении. So this is the idea of the Vedas, that gradually by sense gratification people will become disappointed and then think about liberation from the material world. И в этом состоит и идея Вед в том, чтобы постепенно люди, занимаясь чувственными наслаждениями, разочаровались в них и стремились к освобождению. So there's no real happiness in that path. И в этом пути нет истинного счастья. But if one engages in devotional service, then one immediately begins to feel transcendental pleasure. Но тот, кто занимается преданным служением, немедленно ощущает трансцендентное счастье. People become attracted to hear about Krishna more and more. Люди привязываются к слушанию о Кришне больше и больше. Even when people start hearing about Krishna, the more they hear, the more they become distracted from the material world, and they want to give up the world and leave everything just simply to devote themselves to Krishna. И чем больше люди слушают о Кришне, чем больше привязываются к нему, тем больше они отвязываются от материального мира. And they pass the, they can pass their whole lives in this way, just simply hearing and chanting and devoting themselves to Krishna with no thought of material pleasure. Не хотят себя больше привязать к Кришне, они хотят провести свою жизнь в слушании, воспевании, повествовании о Кришне. Они даже не хотят и слушать о материальных каких-то вещах. We see in our Krishna consciousness movement how devotees are so attracted, they just want to go and chant all day. They want to go and sing and dance and distribute Krishna's books, and they're satisfied. They don't want anything else in life. Мы видим, как преданные счастливы в сознании Кришны повторяют святые имена целый день. Они просто слушают, воспевают, распространяют книги, и они счастливы. So we should understand there's some very special happiness there in serving Krishna. И мы должны понять, что в служении Кришне есть особое счастье. And that happiness is much greater than any kind of pleasure of material life. И это счастье гораздо более сильно, чем любое удовольствие материального мира. Okay, go ahead. Чистое преданное служение привлекает Кришну. Шрила Рупа Госвами утверждает, что преданное служение привлекает даже Кришну. Кришна привлекает всех, но преданное служение привлекает даже его самого. Олицетворением самого совершенного преданного служения является Радхарани. Кришну называют Мадана Моханом. Это имя означает, что по привлекательности он превосходит тысячи купидонов. Но Радхарани еще более привлекательна, так как способна привлечь даже Кришну. Поэтому преданные называют ее Мадана Махана Магини, привлекающая того, кто привлекает Бога любви. Okay, so this is a very special quality. I think the last few days we've been celebrating the appearance day of Srimati Radharani, and we were talking a lot about her. И это очень особое качество. Я думаю, что в течение последних нескольких дней вы праздновали явление Шримати Радхарани и много говорили о ней. So we should understand the position of Srimati Radharani, how she is not different from Krishna, that Radha and Krishna are one, but they have become two. И мы должны понять положение Шримати Радхарани. Рада и Кришна, они являются одним, но становятся двумя личностями. So Srimati Radharani is the energy, the personification of the pleasure potency of Lord Krishna. И Шримати Радхарани – это энергия, это олицетворенная энергия Кришны. Krishna is Atmarama. He's self-satisfied. He doesn't need anything.
Кришна это Кришна Атмарама, он удовлетворен сам себе, ему не нужно ничего для собственного удовлетворения. But he, like all of us, you know, we're made in the image of God. We like pleasure, and we like pleasure because that's Krishna's nature. Krishna enjoys pleasure. И все мы как являемся отражением Господа, и всем нам нравится наслаждаться, потому что Кришна любит наслаждаться. Кришна любит удовольствие. So where is Krishna going to get his pleasure from? И откуда же Кришна получает это удовольствие? Now Krishna. Krishna is Bhagavan. He has all opulences. How can he be attracted to something for pleasure when he has everything? Krishna Bhagavan. У него есть все богатство. Как же он может привлекаться еще чем-то ради наслаждений? So he's attracted by his own potency, which is there in the form of Srimati Radharani. И он привлекается своей собственной энергией, которая является формой Шримати Радхарани. And she is the symbol of devotional service. She personifies pure love and devotion. И она является символом преданного служения. Она олицетворяет чистую любовь и преданность. So Lord Krishna takes his pleasure in Shrimati Radharani. Таким образом, Господь Кришна чувствует свое наслаждение в Шримати Радхарани. And give the Lord even more pleasure, Shrimati Radharani expands herself. Just as Lord Krishna has his expansions, Shrimati Radharani also has her expansions. И чтобы доставить ему еще больше удовольствия, Шримати Радхарани проявляет свои экспансии, подобно тому, как Господь Кришна распространяет себя в экспансии. And in this way Lord Krishna is able to enjoy more pastimes and with not only Srimati Radharani, but all of her different expansions. И таким образом Господь Кришна получает еще больше наслаждения не только со Шримати Радхарани, но со всеми ее различными экспансиями. And then Lord Krishna observes how he's enjoying, but he sees that actually Radharani is having more pleasure than him. И Господь Кришна наблюдает, как Шримати Радхарани испытывает еще большее счастье, чем сам. So he thinks, she's getting more pleasure than me. If I want to get pleasure, I have to take her position. И он думает, о, она получает гораздо больше счастья, чем я сам. Если я хочу испытать это счастье, тогда я должен занять ее положение. And in this way, Lord Krishna became Chaitanya Mahaprabhu. И таким образом Господь Кришна становится Чайтанья Махапрабху. And as Chaitanya Mahaprabhu, he accepts the mood of Srimati Radharani. И став Чайтанья Махапрабху, он принимает настроение Шримати Радхарани. Yeah. Krishna is blackish, but when he comes as Chaitanya Mahaprabhu, he comes in a golden color, which is the color of Srimati Radharani. Krishna имеет черный цвет кожи, но когда он принимает форму Господа Чайтаньи, его кожа становится золотой. Это цвет кожи Шримати Радхарани. So this is the greatness of devotional service, that it can attract Krishna. И в этом it's what of devotional service. This is the nature of devotional service that it attracts Krishna. И такова природа преданного служения, оно привлекает Кришну. Krishna is ajita, he is never conquered, but he becomes conquered by the pure love of his devotees. Кришна тот, кого невозможно победить, но его можно победить с помощью чистой любви его преданных. So, we want to attract Krishna, you have to develop this pure love. Yeah, таким образом, если вы хотите привлечь Кришну, то вы должны развить эту чистую любовь. Go ahead.
значит следовать по стопам Радхарани. И преданные во Вриндаване, чтобы достичь совершенства в своем преданном служении, вверяют в себя ее заботам. Иначе говоря, преданное служение не является материальной деятельностью. Оно находится в непосредственном ведении Радхарани. В Бхагавад-гите подтверждается, что Махатма, великие души, находятся под покровительством Дайви Пракрити, внутренней энергии Радхарани. Таким образом, находясь в непосредственном ведении внутренней энергии Кришны, преданное служение способно привлечь даже Кришну. So this is described in Bhagavad-gita, it's mentioned there, Mahatmanas to Mamparta, Daivim Prakriti Mashrita, Bhajanti Ananya Manaso, Gyatva Bhuta Dim Avyayam. That the Mahatmas, the great souls, are under the protection of the divine energy. Здесь переводится цитата из Бхагавад-гиты, которая говорит о том, что великие души находятся под покровительством божественной энергии. The divine energy is called Daivi Prakriti, and that means Radharani, Srimati Radharani, who is the internal potency of Lord Krishna. И Дайви Пракрити, и божественная энергия называется Дайви Пракрити, которая является самой Радхарани, внутренней энергией Кришны. So Prabhupada is describing the mood of people in Vrindavan, that they all pray to Srimati Radharani, they want to get the blessings of Radharani. И здесь Шрила Прабхупада описывает настроение жителей Вриндавана. Они все молятся Радхарани, чтобы получить ее благословение. Now, there are Vaishnavas, generally the Vaishnavas, they will worship Vishnu. Обычно Вайшнавы поклоняются Вишну. And there are devotees who worship Krishna, they are called Krishna, Krishna. И тех преданных, которые поклоняются Кришне, называют Кришнаитами. But the Gaudiya Vaishnavas, followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu, for them, the worshipable deity is Srimati Radharani. Но Гаудия Вайшнавы, которые следуют за Чайтаньей Махапрабху, они поклоняются божествам Шримати Радхарани. The first one is Kashnas, or Krishna. The first one was Vishnu. They worship Vishnu. Vaishnavas worship Vishnu. And Gaudiya Vaishnavas? Gaudiya Vaishnavas worship Radharani. То есть Вайшнавы поклоняются Вишну, а Гаудия Вайшнавы поклоняются Радхарани. So, some people, they go to Radhakund because of Krishna. They think, well, Radharani was loved by Krishna. So they come to Radhakund and they offer obeisances, may take bath at Radhakund. They're there because of Krishna. И некоторые люди приходят на Радхакунду из-за Кришны, они думают, Радхарани — это та, кого, это возлюбленная Кришны, и поэтому я прихожу сюда, приношу свои поклоны Радхакунде. But we go to Radhakund because of Radharani, not because of Krishna. Но мы приходим к Радхакунде и из-за Радхарани, а не из-за Кришны. Radharani, of course, attracts Krishna. She's loved by Krishna loves Srimati Radharani. Конечно же, Шримати Радхарани. Кришна привлекается Шримати Радхарани. Он любит ее. And so Srimati Radharani's position is greater than Krishna. Таким образом, ее положение гораздо более высокое, чем положение Кришны. And we want to serve Krishna, we go through Srimati Radharani. Если мы хотим служить Кришне, то мы делаем это через Шримати Радхарани. And that's why the people in Vrindavan, they pray to Radharani to do devotional service. И поэтому жители Вриндавана молятся Шримати Радхарани, чтобы заниматься преданным служением. Because you cannot go to Krishna directly. Поскольку вы не можете прийти к Кришне напрямую. We have nothing to offer to Krishna. У нас нет ничего, чтобы предложить Кришне. But if we go to Srimati Radharani, and Srimati Radharani accepts our offering, and she can introduce us to Krishna. Да если мы пойдем к Шримати Радхарани, она примет наше подношение, то она может нас представить самому Кришне.
And if Radharani will accept us, then certainly Krishna will accept us. Если Радхарани примет нас, то, конечно же, и Кришна примет нас. Because Krishna is controlled by Radharani. Потому что Радхарани контролирует Кришну. So we always pray to Shrimati Radharani to please engage us in the service of Lord Krishna. И поэтому мы всегда молимся Шримати Радхарани, пожалуйста, займи нас преданным служением Кришне. Just like when we chant the Maha Mantra, Hare Krishna. Hare means Shrimati Radharani. Как, например, когда мы читаем Hare Krishna Maha Mantra, Hare значит Шримати Радхарани. Okay, go ahead. Это подтверждает сам Кришна в 11-й песне Шримад Бхагаватам 14.20. Дорогой Удва, знай, что преданное служение моей Бхагаватам обладает для меня такой притягательной силой, что ни практика мистической йоги, ни эмпирическое философствование, ни ритуальные жертвоприношения, ни изучение веданты, ни суровые аскезы, ни щедрые пожертвования не могут сравниться с ним в этом. Разумеется, все эти формы деятельности достойны похвалы, но ни одна из них не привлекает меня так, как трансцендентное любовное служение моих преданных. So, Lord Krishna is instructing Uddhava. This is Uddhava Gita, the 11th canto, Srimad Bhagavatam. Lord Krishna is giving his teachings to Uddhava and he's stressing the importance of devotional service. И 11-я песня Шримад Бхагаватам — это Удава Гита, где Кришна дает наставление Удаве, рассказывая о преданном, о важности преданного служения. So, as said here, these activities are very nice. You know, so many things: study the scriptures, do austerities, give everything in charity. Oh, very good, but it's not equal to devotional service. И все эти вещи, как, например, чтение Писания, аскезы, какие-то пожертвования, все эти вещи хороши, но они не равны преданному служению. Some people came to me recently and they told me about the charity they're performing, how they're giving charity and helping for the education of some children. You know, okay, I said, very nice, yeah, it's good, you're detached, you're doing these things. It's good, but it's not as good as devotional service. Недавно ко мне пришли люди, которые рассказывали о том, какие пожертвования они делают, что они жертвуют деньги детям. И я сказал, да, хорошо, хорошая деятельность, но она не так хороша, как преданное служение. So transcendental loving service begins with hearing and chanting. These things are very important, very powerful. Трансцендентное любовное служение начинается со слушания и воспевания. Эти вещи очень могущественны. We want to attract Krishna. This is how we attract Krishna. Если мы хотим привлечь Кришну, это именно то, что его привлекает. All of these other things are not going to win the heart of Krishna. Все другие вещи не входят в сердце Кришны. Okay, go ahead. Как служение преданных привлекает Кришну, описывает Нарада в 7-й песне Шримад Бхагаватам 10.48-49. В этих стихах Нарада обращается к царю Юдхиштхире, восхищенному возвышенными качествами Прохлады Махараджа. Преданного всегда восхищают поступки других преданных. Махараджа Юдхиштхира восхищался качествами Прохлады Махараджа, что является одним из признаков чистого преданного. Чистый преданный никогда не считает себя великим. Он всегда ставит других преданных выше себя. Царь думал, Прохлада Махараджа — настоящий преданный Господа, а я — ничто. Но его размышления прервал обратившийся к нему Нарада. О царь Юдхиштхира! В целом мире нет никого удачливее вас, братьев Пандавов. Сам Верховный Господь воплотился на этой планете и ведет себя с вами, как обыкновенный человек. Он не разлучен с вами. Он живет с вами
скрывая себя от глаз других людей. Другим не дано понять, что он Верховный Господь, а он живет с вами, играя роль вашего двоюродного брата, друга и даже посланника. Поэтому знай, что в целом мире нет никого счастливее вас. Okay, so an important point is being made, how the devotee has to always appreciate the activities of other devotees. И основная мысль, которая заложена здесь, состоит в том, что преданные всегда восхищаются и ценят поступки других преданных. Although Maharaj Yudhisthira was such a great devotee, he was thinking, oh, Prahlad Maharaj is so great. И хотя Махараджа Юдхиштхира был великим преданным, он думал, о, Прахлада Махарадж, он так велик. We see in Brihad Bhagavatamrita, it's described how Narada Muni was searching for the recipient, the person who had received the greatest mercy from Krishna. Брихад Бхагаватамрита описывается, как Нарада Муни получил великую милость Кришны. So at one point he had come to Prahlad Maharaj and he declared to Prahlad that Prahlad, you have received the greatest mercy from Krishna. И он пришел к Прахладе Махараджу, и тот сказал, ты получил эту великую милость Кришны. He said, because you're always thinking of Krishna. Потому что ты всегда думаешь о Кришне. And the Lord came and he protected you from your demonic father, Hiranyakashipu, and he fought with him and killed him. И Господь пришел и защитил тебя от твоего демонического отца Хираньякашипу и убил его. So in this way, Narada Muni was glorifying Prahlad, that you're such a great devotee. И Нарада Муни прославляет Прахлада Махараджа, о, ты такой великий преданный. But Prahlad said to Narada, he said, no, I'm not a good devotee. He said, look at me, I don't do anything. I may be thinking of the Lord, but I don't do any service. I'm just sitting thinking of him always. I never do anything for him. You should go and see those devotees who serve the Lord. И Прахлада Махарадж ответил, нет, это совсем не так. Что я делаю? Я ничего не делаю для Господа. Я всего лишь сижу и думаю о нем, но я ничего не делаю для него. Ты должен пойти и встретиться с теми преданными, которые действительно что-то для него делают. And in this way, Prahlad told him, you should go to the Pandavas. They serve the Lord. They do wonderful service. Таким образом, Прахлада Махарадж сказал, ты должен пойти к Пандавам, вот они действительно служат Господу. But here we see it's Maharaj Yudhisthira, he's glorifying Prahlad. Но здесь мы видим, что Махарадж Юдхиштхира прославляет Прахлада. So one who is really, when people are advancing in Krishna consciousness, then they see good qualities in other devotees. Когда преданные очень продвинуты в сознании Кришны, возвышены, тогда они видят хорошие качества в других преданных. If a devotee would write to Prabhupada praising the other devotees, then Prabhupada would be very happy, would be very pleased, and he could say, I can tell you're advancing very nicely in Krishna consciousness. И если преданные писали Шри Прабхупаде письма с прославлением преданных, то он был очень счастлив. Он говорил, я вижу, что ты развиваешься в сознании Кришны. But if a devotee would write to Prabhupada complaining about this and that, that this devotee is no good and that devotee is no good and there's so many problems, and then Prabhupada would say that, I can see you, this is Kanista Adhikari, this is the lowest platform of devotional service. This is the materialistic platform. Но если преданные без письма Шрили Прабхупаде жаловались на других преданных, говорили, это плохо, вот это плохо, он тогда говорил, что о, вот это вот мышление Каништи Адхикари, преданного, который находится на самом нижнем уровне. So we have to train our mind. We have this tendency to always be, look at faults and see bad and criticize others. Поэтому мы должны
тренировать свой ум, поскольку он всегда стремится видеть какие-то плохие вещи в других людях, критиковать их, видеть их недостатки. We have to train our mind to see the good and to praise others. И мы должны тренировать свой ум, чтобы он видел хорошие вещи в других людях, прославлял их. And see our own faults. И видеть свои собственные недостатки. So, in this way, then we can make advancement when we're like, when we think like that. Если мы будем думать таким образом, тогда мы сможем продвигаться. So Maharaj Yudhisthira was, and the Pandavas, they were so fortunate. Krishna was with them all the time. И Махарадж Юдхиштхира и Пандавы были очень удачливы, поскольку Кришна был с ними все время. He was always trying to help them and make arrangements for them, and he wanted them to rule the world. Он всегда хотел помочь им, делал все необходимое для них. Он хотел, чтобы они управляли миром. Prahlad, he only had a little association with the Lord. Прохлад Махараджа общался с Кришной очень-очень мало. But the Pandavas were very fortunate, so they should appreciate their very good fortune. Но Пандавы провели с Кришной очень много времени, они очень удачливы, и они должны были ценить свою удачу. Mentions here the Lord's relationship with the Pandavas, that he's living with you as your cousin, as your friend, and he even became your messenger. Здесь описывается положение Господа по отношению к Пандавам. Он играет роль их двоюродного брата, друга и даже посланника. So Lord Krishna and the Pandavas, they had that family relationship. He depended on us. They had, yeah, the Pandavas and Lord Krishna, their families were related to each other. И Пандавы и Господь Кришна, их семьи были состояли в родственных отношениях. And Arjuna was a very special friend of Krishna. Arjuna был особым другом Кришны. Described in the Bhagavad Gita that Krishna selected Arjuna to speak the Bhagavad Gita because bhaktosi me sakha cheti rahasyam hi et, because you're my devotee as well as my friend. И в Бхагавад-гите описывается, почему Кришна выбрал Арджуну для того, чтобы рассказать Бхагавад-гиту, потому что ты мой преданный, а также мой друг. And because of their his intimate relationship with the Pandavas, Maharaj Yudhisthira requested Lord Krishna to deliver a message to Duryodhana, trying to put off the battle of Kurukshetra. И благодаря этим близким очень отношениям царь Юдхиштхира попросил Кришну доставить Дурьодане послание с просьбой прекратить войну, остановить эту войну. But of course that message was not accepted and the battle of Kurukshetra took place. Ну, конечно же, это сообщение не было принято к сведению, и битва на Курукшетре имела место. Go ahead. Бхагавад-гита, Кришна явил свою вселенскую форму. Арджуна обратился к нему с такой молитвой: «О Кришна, я считал тебя своим двоюродным братом и поэтому не оказывал тебе должного почтения, называя тебя то Кришной, то своим другом. На самом же деле ты настолько велик, что я даже не в силах постичь твое величие». Таков был жребий Пандавов. Кришна, верховная личность Бога, величайший среди великих, проводил все свое время с братьями-царевичами, привлеченные их преданностью, дружбой и любовью. Это доказывает величие преданного служения. Оно способно привлечь даже верховную личность Бога. Бог велик, но преданное служение превосходит даже Бога, так как привлекает Его самого. Люди, не занятые преданным служением, лишены возможности постичь величие преданного служения Господу и по достоинству оценить Его. So Srila Prabhupada is giving these examples to us to establish the position of devotional service.
Прабхупада приводит все эти примеры для нас, чтобы показать, утвердить положение преданного служения. That it can attract, that the devotional service is so powerful that it can attract the Supreme Lord Himself. Преданное служение настолько могущественно, что оно может привлечь даже самого Господа. And the example is there with the Pandavas. И приводится пример с Пандавом. But not only with the Pandavas, there are many other cases where the Lord comes to serve His devotees. И не только с пандавами есть такие примеры, но также есть много случаев, когда Господь приходит к своим преданным. Because the Lord is attracted where there's genuine love and devotion, friendship, genuine friendship. Поскольку Господь привлекается те, где есть любовь, дружба. We see now the example about how the yogi was meditating and he did not have anything to worship the Lord, but within his mind he began to worship the Lord, and he would worship the Lord very faithfully day after day. И йоги, они сидят в медитации, и у них ничего нет, и они только могут думать о Кришне и представлять его в своем уме, и они занимаются этим изо дня в день. And then it happened one day he was cooking sweet rice in his meditation. И однажды такой йог готовил сладкий рис для Кришны в своей медитации. And he wanted to test if the sweet rice was cool, but he burned his finger. И он решил попробовать, насколько этот сладкий рис уже остыл и обжег свой палец. So the Lord was watching. The Lord was accepting all of his service. And when the Lord saw this, after this, then the Lord brought that devotee back home, back to God. И Господь Кришна видел все это, он наблюдал за этим всем, и таким образом он забрал этого преданного обратно домой к Богу. Krishna says in the Bhagavad Gita, Yoga Kshema Vahamiham, if someone meditates on my transcendental form and worships me with love, I carry what they lack and I preserve what they have. И в Бхагавад-гите говорится, что если тот, кто поклоняется мне с великой любовью и преданностью, я забираю то, что им не нужно, и даю все то, что им необходимо. So there was one devotee named Arjunacharya, and he was reading this and he thought, oh Krishna, he wouldn't come. I don't think Krishna would do it. No, it must be, couldn't be Krishna. And he crossed out the aham. He crossed out where Krishna says, I come. И однажды был такой преданный Арджуначарья. Прочитав этот стих, он подумал, как такое вообще может быть, и он зачеркнул эти слова, что я прихожу. Because he thought Krishna wouldn't come, he may send somebody else to come, he will have somebody come, but he wouldn't come himself. Потому что он думал, что Кришна сам никогда не придет, он может послать кого-то другого вместо себя, но сам он не придет никогда. So then he went out to do his begging, and he was out begging. While he was out begging, at that time a knock came at the door, and there were two boys at the door with big baskets of groceries. He was going to beg. Yeah, he went to beg. He'd gone out. И когда он пошел собирать милость, он стучался во все двери, и когда он постучался в одну из дверей, на пороге оказались два мальчика. So his wife was very surprised, but the two boys said, please take these, your husband told us to bring these to his home, please take them. And so the two boys carried the baskets of groceries into her house. И эти два мальчика не принесли корзины с зеленью, и его жена была очень удивлена этому, и они внесли эти корзины в дом.
And then the bride said, quick, we have to go, we don't want to meet your husband again. И эти два мальчика сказали, о, нам нужно очень срочно уходить, потому что мы не хотим встречаться с твоим мужем. And the boy said, your husband beat us. And they showed marks on their bodies. He said, look, this is where your husband beat us. И мальчики сказали, наш муж, твой муж избил нас. Посмотри на эти отметины на наших телах. So his wife was shocked that my husband, I never known him to get angry and beat people. И жена этого преданного очень удивилась. Мой муж, я никогда не видел, что он когда-либо даже гневался на людей. And she thought the boys were, you know, they had these